Так, вот наше сохранение. Эпизод 3 «В долгий путь». Ну, на поездике покатаемся. Давай, игра. Я, кстати, все время думала, что если бы у нас такое произошло... А ладно. Ранее игре в «Ходячие мертвецы». Потом вам расскажу, что я думала по этому поводу. Открывайте ворота, у нас раненый. Я хочу знать, почему вы решили, чтобы привезти сюда еще людей, которых нужно кормить. Ты сделал много хорошего для меня и моей семьи. Ты спас Дака от таких чудовищ. И защитил его от Ларри в аптеке. Я такого не забываю. Никто не пытается ничего от тебя скрыть. Они похожи на тех, кто на нас напал. Успокойся, да иди ты! Ты говорил кому-нибудь, кто ты или что-то связан с этим местом? Да, да, я знаю, кто ты, я знаю, что ты убийца. Он не умер. Кто-нибудь, помогите. Да ладно, мы же знаем, что этот парень выживет. Кенни, какого фига? Как будто машина. Да, тут полно еды и припасов. Клементина, мы должны взять эти запасы, они нужны нам для выживания. Не волнуйся, малышка, бандиты отвлеклись на ферму. Пока они получают еду, ты будешь в безопасности. Значит, я вот только непонятно, есть еще где-то другие бандиты? Если да, то мы, получается, можем на них нарваться. Лучше с ходячими бороться, чем с людьми озлобленными. Это, конечно, намного хуже. Так вот, пока идут титры, я думала о том, что если бы такое у нас произошло, вот интересно, у нас же бетонные хорошие дома, мне кажется, мы бы довольно-таки могли долго продержаться. Ну, только еды, конечно, могло не хватать. У меня рядом 3 супермаркета. О, Мокбот ключик выиграл, я так понимаю. Поздравляю, Амба. Эпизод 3 «В долгий путь». Похоже, сегодня нам повезло. Да, может, все и правда пройдет гладко. После того, как прошел предыдущий раз. Надо освоить технику скорочтения. Блин, черт. You made up your mind yet? Ты уже принял решение? Какое? Ну, стоит ли валить из Мейкона? Уверен, что твой лагерь останемся на месте, думает, что я подначиваю всех уехать. Мы должны уехать отсюда. В мотель опасно. А, мы в отель опять вернулись? Но если ты так думаешь, что тебе стоит, блин, все рассказать остальным. Я расскажу. Ладно, в прошлый раз залезаем в аптеку по лестнице и забираем все припасы, которые остались. Мы мало что там оставили. У нас нет вариантов добыть хоть что-то лучше, чем не получить ничего. Блин, ты в порядке? Лестница на ладан дышит. Я не знаю, сколько еще вылазок она выдержит. Я не знаю, сколько еще вылазок выдержим мы. И не говори. А, залезть? Подожди, нет, стоп. Так, может быть, как-то... Так, через этот хлам не пролезть. Я просто грохнусь, если полезу по ней. Сейчас мы тут осмотримся немножечко. О, на машину можно залезть. Кенни, подсоби. Блин. Черт, не могу дотянуться. Sorry, pal. Прости, приятель. Right, ладно, cool. Не раскисай. Так, машину нельзя. Куда еще нам можно? Лесенка, чудесенка.
Ну-ка, окна. Их заблокировал упавший бетон. Так. Вертолет. So much for the military. Долетались военные. О, да, можно машину подогнать. Хорошая идея, кстати. Так, тут есть лебедка. Так, там есть лебедка, я видела. Бочка. Бочка. Похоже, она еще работает. Так, взять лебедку. У Лили неважно идут дела, да? Она будет в порядке. Как скажешь, похоже, что ей наплевать на всех, кроме тебя. Ну, тебя и Клем. Отлично. Твоя девочка до сих пор расстроена, что ты согласился взять запасы из машины. Думаю, она поняла. Надеюсь, у нас не было выбора. Да уж. Вот, другое дело. Прошлой ночью Дак спрашивал о парне на ферме Хершела. Правда? Не думал, что Дак переживает об этом. Естественно, он переживает. Он это перерастет. Теперь сын Хершел один из многих. Мы видели вещи похуже. Не говори так о моем сыне, идиот. А чё я такого сказал? Он перерастет. Ты уверен, что тебе хватит сил? Ли, я в порядке, я справлюсь. Давай сюда руку. Ай, блин. Да ты ж сказал, что справишься. Что за игрушка, если не секрет? Абонент, ты про то, во что я сейчас играю? Это ходячие мертвецы. Что, черт возьми, случилось? Ты же сказал, что справишься. Да, в тебя вообще кто-нибудь когда-нибудь стреляли? Боже, извини, ты думал, что... Ой. Это The Walking Dead, первый сезон. Кто-нибудь помогите мне! Что это за фигня? Ходячие? Ходячие не кричат, так ведь? Боже, наверное, нет. Это девушка, мы должны помочь ей. Как? Нам к ней не подойти. Мы должны что-то сделать. А ее укусили. Блин, мы должны застрелить ее и избавить от страданий. Но ходячие не знают, что мы здесь. О чем ты? Если мы оставим ее в живых, она привлечет их всех к себе и тем самым купит нам время. Кен, сам подумай, мы всегда волнуемся, что на нас нападут и заставим их выползти из своих нор. Я не могу делать... Блин, но если я ее убью... Я не хочу, чтобы она мучилась. Прости. Да подожди. Стой. Да я в тебя выстрелю-то. Я не хочу, чтобы она мучилась. А, это к Макботу. Я знаю, ну... Да проклятие. Быть съеденным заживо — это жестко. Ну вот посмотри, что ты наделал. Идем. Thank you.
Блин, они идут быстрее ли? Это укрепленное место, но у нас все равно мало времени. Бери все, что найдешь на этих стеллажах. И на этот раз не забудь заглянуть под прилавок. Я соберу все здесь, и мы уйдем отсюда. Так, таблетки. Лекарства. Лекарства. Что это? Запасы. Батончики мои любимые. Так, тут вроде бы все. Что, надо прям быстро брать? Я беру быстро. А, 9 вещей. А можно было только 9, да? Че меня не предупредили? Блин, они идут быстрее ли? Перемахни через нее. Мы еще на виду, так что давай быстрее. Оу! Кен, помоги! Да, моя любимая кюкюшка. Ты хочешь уйти? Нет, дружочек. Холодильник. Валим отсюда. Так я валю, ну вали быстрее. Да, да нажимайся, я не могу в него попасть. А! Да. Зараза ходячая. Какого фига ты не помог? Они были повсюду, но ты же и сам позаботился о себе. Да, что-то у нас отношения испортились с ним. Я больше не могу ему доверять. Ты вернулся. Бен нашел наклейки в столе, я их приклеил на рацию. Привет, солнышко. Супер, я скоро к тебе приду. Похоже, на карауле опять пацан. Что достали? С таким же успехом можно повесить табличку с надписью «Мужчины ушли, приходите, насилуйте женщин и детей». Ха. Ну так что достали? То, что оставалось. Возможно, могли и больше взять. Половина, наверное, истек срок годности. Там просто мало осталось. Это все? Ну да, мы ведь как бы Мейкон набираем не первую неделю. Блин. Поэтому я и говорю, как будто затертая пластинка, что мы должны уматывать отсюда. Ведь затея ехать с тобой в одном фургоне после того, что ты сделал с моим отцом, так привлекает. В конце концов, нам придется уехать, Лили. Я знаю, Ли, я знаю. Но в конце концов и прямо сейчас это разные вещи. Опять за свое, да? Вместе мы сильнее. Я знаю, ты думаешь, что я на ее стороне, но здесь нет никаких сторон. А что насчет еды? Что насчет защиты? Что будет, когда это место не выдержит? Кто-то должен думать о всей этой фигне. How has this not been working? We have everything we need. Because of me, Lily. No, because Lee knows how to take care of people, not just things. Разберемся по ходу дела, мы ведь всегда так делали. А если 15 бандитов перепрыгнут через стену посреди ночи? Тогда что, тоже разберешься с ними по ходу дела? Что бы ни произошло, ты все твердишь всякую фигню про то, чтобы уехать, а мне нужна лишь неделя спокойствия, чтобы не слышать этого больше.
Нам не пришлось бы ругаться из-за лекарств, если бы Ли не профукал наш шанс в городе. То есть, девушка с криками выбежала на улицу, за ней плелась толпа ходячих. Она создавала очень много шума, и у нас было куча времени, чтобы взять все необходимое, но наш умник пристрелил ее. Я не мог дать ей страдать. Теперь страдаем мы все. Некоторые больше остальных. Мы рискуем своим здоровьем, когда делаем вылазки в город. Вы просто не поверите, сколько там всего творится. Мы все это ценим, Кен. Вам бы следовало устроить Ли взбучку за то, что не делать то, что нужно было. Для него это не так легко. Слушай, Мейкон и его жители не спасти. Это уже не город. Это место, полное ходячих и людей, которых бросили там. Умирать. Это ад на земле, и скоро он доберется до нас. На дороге легче не будет. Откуда ты знаешь? Сказать, что я знаю? Я знаю, что вы способны не только на это. Я знаю, что кто-то все время крадет наши припасы. Да, крадет, и я знаю, что список людей, которым можно доверять, становится все меньше с каждым днем. А теперь все выметайтесь отсюда. Она успокоится, иначе она всех замучает. Ты понимаешь, Кен? Что бы ни случилось, я всегда грёбаный злодей. Я бы хотел услышать спасибо хоть раз. Хоть раз! О, всё катится в пропасть. Можно и так сказать. Ну, думаю, сегодня ты справился хорошо. Впрочем, как и всегда. Спасибо. Думаю, тебе стоит поговорить с Лили насчет пропавших запасов. Она и так была не в лучшей форме, и я не хочу знать, какая она будет. Да уж. И я бы хотела с тобой поговорить, когда у тебя будет свободная минутка. Поговорим. Так, ну чего, пойдемте к Лиле, поболтаем. Но отсюда надо валить, это 100%. I'm sorry. Извини. You don't have to apologize. Не нужно извиняться. Did you come in here? Я не пойму, ты поносить меня пришел? Я хочу узнать побольше об украденных припасах, о которых ты говорила. You know ты в курсе, что происходит? Нет, ты сама упоминала это. Наши вещи пропадают, и мне понадобится твоя помощь. У нас предатель. Кто-то один из нас. Он или она крадет у нас припасы. Да? Кто? У нас есть какие-нибудь улики? Да, правда. Никаких улик у меня нет, я просто знаю, что вор есть. Лилия. Припасы пропадают, и не простые, а самые нужные. Антибиотики, оксиантин, опиум. Я видел список припасов, все там нормально. Я веду свой собственный, в нем как раз недочеты. Да, сейчас я не в лучшей форме, но я не тупая. Я знаю, что будет, если я начну охоту обновить. И поэтому ты хочешь, чтобы я начал я? Я хочу, чтобы ты поискал доказательства. И с чего мне начать? Я нашла его в мусорке. Мы вещи не выбрасываем, мы их чиним, а фонарь бы выбросил только человек, который хотел втайне им воспользоваться. Ладно, я поищу что-нибудь. Спасибо. Тайна? Господи, Дак. Извините, я подслушал ваш разговор. Но так раз слушай обратно. Хорошее выражение. Я могу помочь? Что я сейчас сказал? Вы величайший детектив, а я буду Диком Грейсоном, вашим подчиненным. В смысле, Робин? Да знаю я, кто это. Ладно, ты Робин. Да. А что мне делать? Я не знаю. Смотри, сообщи мне, если найдешь что-нибудь странное. Робин взялся за дело. Хм.
Так, Дак поможет. Я на это рассчитываю. Так. Посмотрим. Ой, подожди, подожди, нет, я не хотел... Блин, пошел на лестницу, я не хотел туда идти. Поговорил с Лили? Да, она думает, что кто-то ворует у нас припасы. Правда? Еще есть сломанный фонарь? Я постараюсь все разузнать. Спасибо за это. Я хотела сказать, что много думала о тебе. О чем именно? Ты осужденный убийца. Господи, Карли! Я думаю, что люди должны это знать. Не потому, что они это заслужили, или потому, что ты плохой. Как раз наоборот. Люди должны знать, потому что мы и так висим на волоске, и я не могу видеть, как Лили говорит с тобой о том, что будет следующим и что она скажет. Ты не должен говорить всем, но поговори с теми, кому доверяешь, воспользуйся возможностью, пока она у тебя есть. Наверное, ты права. Да, конечно, я права. Возможно, люди будут в бешенстве, и то, что ты расскажешь им про это, может вызвать что-то ужасное, но если они узнают лучше тебя, ну да. Так ты расскажешь? Я расскажу людям про это, ты совершенно права. Хорошо, думаю, это будет к лучшему. Да и к черту секреты. О, я заслужила поцелуйчик. Поблагодаришь меня позже? А, так ты хотел поговорить о чем-то еще? Ты чувствуешь себя здесь в безопасности? Дай мне ванну с подогревом, небоскребе и еще полную бутылку Мальбека, вот тогда я почувствую себя в безопасности. Я не знаю, пока здесь нормально, но все в курсе, что это может измениться в любую минуту. Ты знаешь что-нибудь об этом фонаре? Он сломан? Да, я знаю, что он сломан. И сзади могут быть батарейки. Ему нужна только одна. Как и везде. А какой был вопрос? Ты сломала фонарь? Нет, хорошо. Что ты думаешь о Лили? Я беспокоюсь за нее, вот и все. Она пытается всем управлять, но у нее это не получается. Думаешь, люди готовы слышать обо мне? Неважно, готовы ли они или нет. Хорошего момента для этого уже никогда не будет. Но будут времена куда хуже. Сейчас не самое плохое время. Но все люди разные. Нельзя предугадать, как они среагируют на это, понимаешь? Думаю, тебе стоит подумать об этом и рассказать всем. Я приступлю к расследованию. Хорошая идея. Я не буду пока себе ничего не рассказывать, пока не удостоверюсь, в общем, кто там крадет еду. Hey, Clementine. Привет, Клементина. Hey, привет, Ли. Что ты рисуешь, Клем? Это называется штриховка. Моя учительница мисс Мор показывала нам, как это делать, когда мы были в ботаническом саду. Видишь? Одинаковые. Ну, почти. Да, очень красиво. Я и тебе сделаю. Тебе здесь нравится? Нет, мне здесь не нравится. Хочешь уехать? Куда мы поедем? Куда-нибудь. Не знаю. Может, если бы я знала, куда. Да, об этом стоит подумать. Не ты ли случайно сломала фонарь? Нет, это Дак так сказал. Нет, это Дак сломал фонарь. Не думаю. Просто он всегда винит меня. Например? Ну, например, что я положила жуков на его подушку. А это была ты? Да. Ладно, поговорим позже, Клем. Okay. Хорошо. Так, что у нас там еще? Тут вот у нас еще Катя. Hey, you two. Эй, вы двое. Привет, как вы? Да все нормально. Просто немного поспорили. Мы все теперь носим оружие, мне это не нравится.
It's the way it's gotta Теперь так должно быть. Я знаю, просто я к этому никак не привыкну. Извини. Что ты хотел, Ли? Надо... Ну, ладно. Вы знаете что-нибудь об этом разбитом фонаре? Блин, у нас их не так уж много. Да, с ними проблема. У этого разбито стекло и лампочка. Я видела битое стекло возле машины со льдом. Как раз собиралась убрать его, чтобы дети не поранились. Насчет пистолета. Только не начинай. Знаешь, Кэт, хорошо, что ты чувствуешь себя с ними некомфортно. Спасибо, Ли. Но они нам нужны. Глупо с этим спорить. Так, я пока никому не буду говорить ничего про себя. Так, нам нужно... Где там машина эта? Машинная машина. Со льдом. Так, сюда нам не дают, да? Жаль. Заканчивать лето скучно. Ну, оно еще не кончилось. Чего? Так, ничего. А как я... Угу. Посмотрела и ничего не увидела. Ну, ладно. Так, тут сюда. О! С Б нам надо еще поболтать и потом пойти к этой машине. Эй, Бен. Эй, Бен. Как дела, Ли? Фонарь сломан. Это ты сделал? Нет. Если ты мне не будем... Если ты... Мы не будем ругаться. Я знаю, что ты нервничаешь. Возможно, ты пошел в туалет, сломал его, испугался, выкинул. Что за допросы? Не ломал я никакие фонари? Ну, ладно. Поговорим позже, Бен. Пока. Естественно, никто не признается. Слышал, что Кенни смог завести его. Поверю, когда увижу. Так, что это у нас тут? Тут на земле битое стекло. Там крестик? Там что-то нарисовано. Милок. Розовый. Так. Улика. Возможно. Как вы думаете, что это значит? Я думаю, что это ничего не значит. Возможно, это знак. Вероятно. Это розовый мелок, что странно. Ладно, вернусь к расследованию. Он на Клем намекал, что ли? Так. Тут никуда... А ничего больше тут нет? Больше ничего нет. Еще раз гляну на мелок. Definitely weird. Так, стекло мы посмотрели. Так, сюда, понятно. А если я пойду сюда? Ага, меня сюда не пускают. Бен, мне нужен мел. Не знаешь, где я могу его найти? Почему у меня должен быть мел? Я просто спрашиваю. Я с такими вещами не играю. У меня были, я увлечен, ну, мыслями. К тому же я читаю Библию в своем номере. Она там для этого и лежит. Видели где-нибудь мел? Да, Клементина любит его рисовать. Да, само собой, я поговорю с ней. Да, понятное дело, что Клементина... Ну, вряд ли Клементина разбила фонарь и солгала нам.
Hey, Clementine. Привет, Клементина. Hey, Lee. Привет, Ли. У тебя есть розовый мелок? No, нет, он куда-то делся. Хочешь синий? No, нет, okay. Не надо. Эй, Ли. I found something. Я нашел кое-что. И что же? Я нашел этот кусок розового мелка и след от него за воротами. Really? Правда? Totally. Да, конечно. Я пытался найти связь между ликами. Да, Дак, я понял. Молодец. Это типа дай пять? Ну, на тебе. Cool. Круто. Все, он теперь думает, что я крутая. Еще мелок. Блин, мелок звучит как мелок, знаете, если бы бабушка сказала. Такой, да, мелок. Кто-то был too. Здесь. See, good, видите, huh? Я хорошо справился, yeah, да? Да, Дак, молодец. Did. Думаю, мне стоит пойти туда и осмотреться. На этот time. Раз не выходи Seriously. За ограду, я серьезно. Okay. Ладно. You didn't break the flashlight, да, когда ты сломал фонарь. No. Нет, мама с папой не разрешают мне брать такие вещи, и Лили тоже. Правильно делают. Ну, пойдемте посмотрим, куда нас приведет мелковый след. Меловой, правда. Мелковый. Так, чё кого? Тут нигде ничего не... О, вывеска мотеля. We've been here too long already. Мы здесь уже слишком долго. Да я согласна, надо локацию сменить-то. Бандиты не дают нам расслабиться. Ну, в последние дни они что-то притихли. А, значит, все-таки бандиты есть, да? Это какие-то другие бандиты. Решетка. Опа-на. Кто-то носит бандитам еду, что ли? Твою дивизию. Ты ведь ничего не нашел, верно? Я нашел вот это. Внутри куча лекарств. Пакет был спрятан за оградой на нашей стороне, и я нашел метку. Holy fuck. Нифига себе. Yeah. Да уж. Okay. Ладно, мы up. Выстроим их всех everybody. В ряд. Всех. Somebody's кто-то убивает нас. Красть припасы все равно, что проскользнуть ночью в твою комнату и перерезать тебе горло, пока ты спишь. Ты умрешь. В чем разница? Что если Клементина заболеет, а у нас не окажется нужного лекарства? Какого черта? Нифиг красть у нас. А это еще что, блин, кто такие? У них наши люди. Что нам делать? Вот, блин. Они в любую секунду начнут выбивать. Лили, какого черта? Отвлеки их. Что? Просто заболтай их. Делай все, что хочешь, чтобы он не нажал на курок. О, блин. Да, ненавижу. Хватит этой фигни. Дрюн, начинай вышибать двери. Да. Стой, урод. Спокойно. Зачем вы это делаете? Оставьте нас, блин, в покое. Зачем? Вот дебил, зачем? Затем, что надо, вот зачем. Мы можем разделить припасы и поделиться. Или мы можем просто убить вас и забрать все. А что будет, когда припасы закончатся, а мы не сможем добывать для вас новые? Ну, тогда, я думаю, нам нужно обговорить условия. Не нужны нам никакие условия. Заткнись, Илья! Боже! Опа-на! Да-да-да-да-да, надо убить его. Ай! О-о-о, ребята, мы попали. Возвращайтесь, выкурим его. Нам нужно убираться отсюда. Да ладно. Покажи этим козлам, прикрой наших людей, посади их в фургон.
Так, да-да-да, я поняла. Что там? Кто там? О, минус один. Не ожидала. Где? Выглядывай. Ай! Блин, говнюк. Ай! Ща, подожди. Да где он там? Есть? Сейчас, бегите сюда, скорее. Чувак, ты спас наши задницы. Залезайте внутрь. О, Клементина, за фургоном. Помогите. Катя, держись. А, минус один. Где он? Так. Ай, ай-яй, сейчас, подожди. Да блин, где они там? Я не вижу никого. Блин, сейчас. Вылезай. Ай! Ой. Да, третий был мимо. Ладно, сейчас мы справимся. Сейчас мы справимся. Катя, держись второй раз. Я тебя не подведу. Блин, не попала. Да куда побежал? Ай, не вижу. А! Да блин. Сейчас надо вот этого. Блин, где он там? Мимо. Ну, в смысле, минус. Куда, куда, куда? Нет, стой. Блин. Так, надо за этим лысиком следить. Так, ну что, с третьего раза получится? Давай, должно получиться. Так, следить за лысиком. Блин, оно так меняется, конечно, визуально. Когда ты переключаешься в прицел. Опа, блин, он сейчас уйдет. Так, где он? Вон там, теперь сюда. Давай, 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 давай. Есть, я его убила. Так, еще один. Блин, давай, вылезай. Блин, меня сейчас убьют. Есть еще один. И остался еще один. Кто-то же, понятно. Катя, быстрее, ну же. Ли. Клем, залезай в фургон. Все будет в порядке впереди. О, май. Кэт, господи. Фу. Лили, залезай в фургон. Да пошла, она пусть остается. Да ты чё, обалдел, что ли? Да блин, я не могу в него попасть. Чё, гонишь, что ли? Он чё... Чё он такой? Так, отлично. А я метка. Лили, последний шанс, спускайся. Черт. Не-не-не-не, стой. Фу, залезла. Лили залезла. Фу. Кэт, господи, ты как? Я в порядке. О, черт, черт, черт. Прости. Все отлично, Бен. Все совсем не отлично. Нам необходимо разобраться, как это произошло. Мы только что все потеряли. Нам чертовски повезло, что у нас остался фургон. К тому же никто не погиб. На Катю напали. Я в порядке. Кто-то из вас в этом виноват. Не говори так, бандиты уже давно изучили нас вдоль и поперек. Это другое. Кто-то сотрудничал с ними. Кто бы то ни был, он давал им наши медикаменты. Они не получили свой последний пакет и напали на нас. Успокойся, это полная чушь. Ли нашел сумку с припасами, спрятанную за стеной. Это правда. Что ж, Карли, хочешь что-нибудь сказать? Да успокойся. Значит, выбьем признание с тебя? Отвали. Ты не в том положении, чтобы что-то либо требовать. I've had my suspicions. Why her? Почему она? Такое ощущение, что ты просто гадаешь, Лили. Она постоянно очень интересовалась, какие припасы мы нашли. Она никогда не рассказывала о своей семье. Она может быть одной из тех козлов. Это моя семья, не куча нариков из леса. Они, блин, лютеране. Ты не сказала, что это была не ты. Это не я. Так, может, мы проголосуем или типа того?
Carly's a stand-up gal, and maybe this was all just a mistake. Лили, хватит тыкать в каждого пальца. Мы знаем, что что-то произошло, и мы сможем с этим разобраться, если сохраним спокойствие. Я видела, что кто-то ворует. Я знаю, Лили. Я знаю. Никто ничего не воровал. Мне кажется, это он. Это были вы оба. Чёрт, я видела вас двоих вместе. Может, это вы оба? Постой, просто дай мне выйти. Я не делала этого, но мне не нравится. Мне не нравится, к чему ты клонишь. Посмотри мне в глаза и скажи, что ты ничего не делал. Лили, отстань от него. Я? Ой. Чёрт, что там? Я сбил что-то, нам нужно остановиться. Ну что ж, прямо сейчас со всем разберемся. Ох, его там замесило. Кенни, там безопасно? Должно быть. Все на выход. Лили, на выход. А какого фига Лили продолжает быть главной? Кенни, фургон лишь слегка лишь поцарапался. Проклятие. Все смотрите в оба. Знаешь, что нам не следует просто тебя выгонять? Мы должны выслушать мнение всех. Пожалуйста, успокойся. Это не может быть Карли, это был кто-то другой. Возможно, кто-то прокрался в лагерь. Это нелепо. Неужели это твое мнение? Да. Ну ладно. Кенни? Я не знаю, блин, просто прекратите. Что ж, твой голос засчитывается за тебя и за Катю. Нет нужды в голосовании. Что мне сделать, чтобы ты поверила мне? Я сделаю все. Фиг тебе. Я достану больше еды, больше лекарств, что угодно. Перестань паниковать. Серьезно, Бен, тебе нужно остановиться и перевести дух. Нам нужно больше улик, чем есть. Да нафиг твои улики, перестань пытать его. Заткнись, Карли, я достаточно от тебя услышала. Кенни, что ты решил? Да просто дайте мне чертову минуту. Бен, у тебя есть время сказать мне, что это был ты, пока Кенни не убил ходячего? Прекрати это, ты его пытаешь. Лили, прекрати. Я не могу, Ли. Ты знаешь, я не могу. Спасибо, Ли. Пожалуйста, выслушай его. Пожалуйста, не выгоняй меня. Мы этого не сделаем. Скажи мне немедленно. Ну, наконец-то. Пожалуйста, давайте просто вернем. Этого не будет. Считаешь себя суровой стервой, да? А думаешь, что никто не может тебя ранить? Но ты всего лишь девочка. Да пошла ты. Хоть раз попробуй побывать в шкуре Ли и помоги кому-нибудь. Фух, напряженный моментик. Ну и в чем проблема? Ты че, гонишь, что ли? Бросай. Ее надо оставить здесь. Нифига себе. Кенни, что произошло? Не подпускай до как окнам. Внутрь мы оставляем эту психованную стерву. Ей нельзя доверять, Ли, я клянусь тебе. Ты не пойдешь с нами. Я умру здесь. Меня не волнует. Ты убийца, Лили, мы не можем взять тебя с собой. Я убийца. Ли был с вами все это время. О чем это ты? Он не сказал тебе? Он убил кого-то до всего этого. Он был приговоренным убийцей. Это правда ли? Да. Твою дивизию, и когда же ты собирался мне рассказать? У тебя же маленькая девочка. К черту. Залезай, Ли, поехали. У меня ничего не осталось. Блин, она Карли убила. Вот стерва реально. Психованная. Ну и что теперь делать?
Ну, крот-то у нас все равно может быть, кстати, о птичках. Да. Ли, можно тебя на пару слов? What's up? В чем дело? Is Duck feeling all right? Как Дак себя чувствует? Его укусили. Какого фига? Это случилось во время налета. Каков план? До этого у нас в группе не было укушенных. Я присмотрю за ним и попробую что-нибудь сделать с медицинской точки зрения. План все тот же. Если ничего не случится, восток. А что еще мы можем сделать? Мы подумали, что ты должен знать. Но ты же никогда не давал нам такой роскоши. Как бы там ни было, если ты расскажешь об этом Клементине, мы будем очень благодарны. Не зря убила, может быть? Блин, Паш. Ну, блин, убивать-то, даже если она крала, мы бы ее просто оставили. Не надо было. Блин, она сказала не рассказывать Клементине или рассказывать? По-моему, же рассказывать, да? Я что, частицу упустила? Дака укусили. А, рассказывать. Что? Его укусил ходячий, когда мы бежали из мотеля. Я неважно себя чувствую. А что с Карли? В лучшем мире. И не превратится. Потому что она была застрелена? Совершенно верно. Это ужасно. Да. Волкс-вак, спокойной ночи. А, или ты здороваешься? Просто так написал, доброй ночи. Ты уходишь или только пришел? Я рад, что у меня есть ты. Я рада, что у меня есть ты. Я слышала тебя возле своего домика на дереве в тот день и подумала о том, чтобы скинуть молоток тебе на голову. Мило. Но я этого не сделала. Спасибо. Только пришел. А, ну тогда добро пожаловать. Располагайся. У нас тут интриги, скандалы, расследования. Мне кажется, это парень это делал. Короче, не знаю. Просто желаю всем доброй ночи. Да, нам доброй ночи. Очень доброй. Клем, блин! Блин! Твою... Да нет! В смысле? Фу. Козлы. Впереди что-то есть. Я думала, я же сжала со всех ног, со всех пальцев, какого фига она меня укусила. А, блин, это офигенная игра. Проклятие, дорога заблокирована. Ну вот, новое препятствие. Интрижки я люблю, особенно когда есть Пашка рядом. Но, ну вот, будем вместе сейчас разбираться. Все, да, это... Все удивились, когда Клем его укусила, судя по смайлам. Может, есть объездной путь? Похоже, что нет, если только пешком. Но сейчас мы не можем себе этого позволить. Это место кажется безопасным. Эти кусты никому не позволят подобраться к нам незаметно. Почему бы нам с тобой не осмотреться? Да, остальные отдыхайте. Клем, будь рядом с Кенни и Кэт, хорошо? Ли, поищи воды в вагоне-ресторане, например. Думаю, у Дика обезвоживание. У Дака. Дак, он Дак. Это товарный поезд. Будь осторожней. Что, думаешь, внутри брошенного поезда может подстерегать опасность? Это не приходило мне в голову. Так, ну, давайте осматриваться.
Так, сейчас мы все посмотрим, потом все пощупаем. Потом поговорим с Беном. Дверь в вагон. Офигенно, я так и думала. Давайте с ним поболтаем. Это был ты? Только не опять. Это был ты? Да нет. Хорошо. Блин. Что бы ты сделал с Лили? Я не знаю. Оставил бы ее. Никогда прежде не видел, чтобы кто-нибудь так убивал. Но тебе за все это время многое довелось повидать? Да, но такого ни разу. Блин, он сказал, что он запомнит. Ну ладно, давайте ему скажем, что мы рады, что он с нами. Рад, что ты с нами все это время. Рад, что ты с нами все это время. А, это был вопрос. Да, правда. Быть с вами или умереть. Я бы умер там, в лесу, как мой одноклассник. Ты думаешь, это лучше? Да, конечно. Так, ну, давайте потихонечку. Так, сейчас, подождите, там что-то еще было. Да, блин, дай мне вот. Это большая свалка. Да-да-да. Так, ну, давайте потихонечку. У меня ни топора, ни ружья, да. Только руки-ноги. Дверь закрыта. А туточки? Фу, напугал, блин. Ого, кто-то жил здесь. Да, мужик. Черт, думаешь, они ушли? Хотелось бы верить. Но на этом матрасе недавно спали. Будь начеку и сохраняй бдительность. Карта. Карта маршрута поезда. Думаю, что железная дорога идет к побережью. Маршрут 27, Саванна, куда Кенни собирался. Так, тут ничего. Что смотреть на воду? Надо брать воду. Отнесу ее Кате для Дака. Да, пойдем тогда. А где они там сидят-то? Они ж вот здесь, да, вроде? Не поняла. Я, по-моему, не с той стороны, да, вылезла? Блин, да. Надо еще раз. Мой топографический кретинизм. Да, вот теперь правильная сторона. Да блин. Ой, нет, не поговорить, я воду хотела отдать. Как Дак? Я не знаю, устал. Это может многое значить, да? Да, наверное, его тело борется с заразой. Exactly. Точно. Так, мы выходим. В общем, сообщи, если что-нибудь изменится. И надо ей водишку отдать. Вот, я нашел воду. А, спасибо тебе, великолепно. У него аллергия на пчел. Правда? Это все, о чем я могу думать. Будто это важно. Это не так. Я знаю. Well, ну, точнее, не знаю, но ты прав. Right. Так, идем назад. Что мы еще тут не поглядели?
Так, лестница, понятно. Тут, наверное, я... А наверх не могу, да, забраться? Чё я тогда сюда пришла? Иди назад тогда. Я почти доехал, так что ща отвалюсь. Хорошего стрима. Давай, Паш, ты тоже за рулем? Я вот жду теперь, когда мне Серега то же самое напишет. Береги себя и спасибо, что зашел. Блин, я теперь опять не в ту сторону вышла. Ну, вы, вам надо потерпеть. Я забываю, в какую сторону выходить. Так, вот сюда надо. Так, поехали. Что у нас здесь творится? Нужно выдернуть этот штырь. Зачем? Вот, блин, он сломан. В такси с корпоратива. А, вот это классно. Вот это ты счастливый человек. Нужно найти способ получше. Так, стержень, понятно. Но мы еще даже не знаем, для чего. Сошел с рельс. А, мы хотим отцепить, чтобы у нас остался только нужный вагон. Все, я понял, я все понял. Надо будет там, значит, что-нибудь найти. Сейчас найдем. Так. Так, значит, тут мы все выходим сюда, и тогда надо будет с той стороны еще смотреть все. Так, это мы видели. Надо будет карту, конечно, показать. Так, лестница. Давай поболтаем. Что, нам не о чем разговаривать? Я поняла. Так. Дверь вагона. Это мы уже все. Окей. Давайте поболтаем с Клем. Мы давно с ней не говорили. Пусть знает, что мы о ней заботимся. Hey, sweet pea. Эй, солнышко, ты в порядке? Мне кажется, что Даку плохо. Мне тоже. Так, надо карту ему показать. Мы нашли это в вагоне. О, это то, о чем я думаю? Думаю, да. Это рельсы ведут прямо в саванну. Вот это да. Ребята, попробуйте завести эту махину. Может, у нас что-то да получится? Да, мы над этим работаем. Мужик, мы продолжаем осматриваться, пока немного чего выяснили. Ничего, радиатору понадобится отдых. Угу. Так, ну, тут мы со всеми поговорили, надо теперь прогуляться. Ага, сюда нам нельзя, не пускают. По-моему, можно было наверх забраться. Ну, давайте по лестнице пройдемся. Сержо, спасибо за ману. Так, тут... А, можно вот куда было идти. Вот я глупая. Так, что у нас здесь? Переключатель. Да, я поняла, что это переключатель. Nothing. Ничего. Да, логично. Так, значит, переключить. Ну да, я должна же что-то сделать, чтобы было чего, правильно? Так, тут, значит, у нас только переключатель. Ладно. Это... Так, это тоже был моторный отсек. И это моторный отсек. Их много. Может, сейчас найдем что-нибудь. О, отлично. Так, костыльный ключ... Гаечный ключ, разводной ключ. Хм, мы, наверное, можем взять что-то одно, да, скорее всего. Сейчас посмотрим. Ну да, если я, наверное, возьму... Да, только что-то одно. Так. А нам надо было вытащить штырь, да? Костыльный ключ. Вообще я первый раз слышу, что это такое. Разводной, понятно.
и гаечный. Давайте гаечным попробуем. Может быть, мы открутить сможем. И сейчас глянем тогда вот здесь. Что у нас еще? Потому что там же надо было как раз откручивать. Я думаю, нам гаечный поможет. И последний сразу отсек посмотрим. Тоже, да, ничего? Окей. Так. О, тут еще что-то есть. Ну, давай дверь кабины. Shit. Блин. We got one. Есть один. Walker. Ходячий, сидит на стуле. Мы разберемся с ним. Пистолет? А у меня есть пистолет? Нет, зачем? А, дверь кабины. Блин, ну давайте гаечный ключ. Я не хочу шуметь. Предполагаю, что мы должны смотреть его. Да. А я точно его того этого? Ой, перекосило. Я не думаю, что этот парень вернется. Christ. Боже. That light is blinking. Огонек мигает. Push it. Нажми. Push it. Нажать? А почему нет? Serious? Ты это, блин, серьезно? Yeah, ну вот, смотри. It's just the brakes. Это всего лишь тормоза. Хорошо, тебе стоит отдать должное. Эта махина работает? Похоже на то. Разрази меня гром. Как нам заставить его поехать? Я не знаю. Спроси мистера машиниста. Без понятия. Ладно, давайте осмотримся. Может, он едет туда, куда мы хотим поехать? Да мы же карту нашли. Пен, если бы ты присмотрел за Даком и девчонками, я был бы благодарен тебе, я пока разберусь здесь. Со всем этим. Ну и рожа. Man, да. Exactly мужик, это то, что нам нужно. После гаечного ключа-то, конечно, такая рожа. Лоток для карт. Пачка карт городов штата Джорджия. И ничего о поезде. Так мы уже нашли, чё? Черт, вот оно, инструкция по запуску двигателя. Блин, не хватает страниц. Я вижу следы от письма. О, штриховка. Так. Давай поболтаем с Кенни. У нас проблема. Остальная часть поезда все еще прикреплена к нам. Черт, я пытался вытащить 4, но он застрял. Короче, мы никуда не поедем, пока не отцепимся. Так, ладно. Привет, магнат. Привет. Давайте сначала отцепимся, а потом мы найдем способ прочитать инструкцию. Сейчас мы тут все смотрим, что можно еще смотреть. Да. Это можно было не переводить. Так, открыть дверь кабины. А надо? Зачем я это сделал? Твою дивизию! Тут даже переводить не надо. Я думала, ремни предназначены, чтобы спасать жизни. Блин, если я стрельну, то он как бы это... Если ударить дверью, будет больно. Вот, гаечным ключом его надо. Не, я могу, не могу достать его так. Да понятно, сейчас, подожди, назад. А обойти я не могу, да? Не могу обойти. Сейчас посмотреть на бампер. Давайте глянем. Неплохо выглядит после крушения. Так, тут лестница, а с этой стороны...
А, это вот там, где мы поднимались. Так, где тут у нас штырьки? А штырьки с другой, да, стороны? Ну, пойдемте. Макарон, ржешь, как я испугалась. Это было очень натурально, даже без перевода. Так, давай гаечным ключом попробуем открутить. Застряла. Я определенно смогу вытащить эту штуковину, если сначала расшатаю ее. Так, ну, расшатать ее можно, я так понимаю, разводным, да, наверное, ключом. Я не знаю, что такое, кто там у нас мужчины. Подскажите, вот это, сейчас я дойду до него только сначала. Расскажите, какой там первый-то ключ, я не запомнила. Сейчас мы... Так, давайте сразу сюда выйдем. Так, идем. Вот здесь у нас. Да, вот расскажите мне, что такое костыльный ключ. Вот я, конечно, всякие ключи видела. Там, на 12 разводные и прочее. Но что такое костыльный, фиг знает. Первый раз вижу. Ну вот, мне кажется, разводным можно расшатать, наверное. Сейчас узнаю. Его и бери. Костыльный? Блин, Паш, я уже другой взяла. Но сейчас, если не получится, третий раз вернусь. Ну, хитренькие. Только по одному ключу в руки. Так, ну на. Застряла. Все, надо было... Сейчас будет... Так, а тут же что-то еще было. Нет, нет, нет. Колеса, мне казалось. Ну да. Ну, все, да. Костыльный. Вот Паша был прав. А для чего вообще, ребята, нужны костыльные ключи? Расскажите мне, я хоть просвещусь немножечко. Реально, ну, столько инструментов в своей жизни видела. А тут что-то новенькое. Блин, так и знал, надо было его сразу брать. Бери сразу то, что не знаешь. Это работает всегда. Так, ну давай, костыльный. Пойдем со мной. Ну, по факту, почему он... Точнее, по сути, почему он не может взять три ключа в руки? Даже я бы их унесла. Короче, с третьего раза. ЖД костыли, видимо, править. Рельс к шпале раньше костылями прибивали. Оу. ЖД костыли. Так, на, вот тебе такой ключ. Застряла. Нам потребуется куча сил убрать всю эту ржавчину. К тому же... Ага, надо сначала убрать ржавчину, да, ребятки? То есть, короче, пока ржавчину не уберем, ничего не произойдет. Так, я поняла намек. Намек поняла. Хорошо. Так, а мы... Мы можем, конечно, сюда пойти... Сейчас. Дайте-ка подумать. Тут ничего, ничего, ничего. Так, дверь, лестница. Так, ну давайте с Беном поговорим. Может, он что-нибудь нам поможет. Мы нашли блокнот, в котором, как мы думаем, есть указания по запуску, но страница вырвана. Так, я думаю, вы, ребята, разберетесь с этим. Че, обиделся, что ли, говнюк? Там в поезде блокнот. У тебя есть карандаш или что-нибудь похожее в сумке? Нет. Но хотелось бы. Может, в фургоне? Для чего он тебе? Здесь должно быть что-то для письма в блокноте.
Ну, если они тебе не нужны, я бы их взяла. У меня кончилась бумага, а здесь вокруг много разных листиков. Так, а, кстати, где наш фургон? Я могу туда зайти? А, да, могу. Может, там есть что-то, что ржавчину ототрет? Я что-то не подумала. Так, тут ничего. А, блин, это дверь. Вернись. Вернись обратно, пожалуйста. Так, дверь. Тут ничего. Что у нас в фургоне? А, ну мы же в спешке уезжали. Немного всего. Так, что тут? О, карандаш. Супер. Так, есть карандаш, но это с письмом. А как же нам ржавчину-то удалить? Я думала, жидкость какая-нибудь будет или что? Что там ржавчину у нас удаляет? Так, тут больше никуда, да? Ладно, пойдемте в кабину машиниста посмотрим. Так, а как... Знаете, что я еще думаю? Надо как-то обойти ту машину, где ходячий там с другой стороны. Там, скорее всего, как-то его, короче, обойти можно. Так, я еще здесь плохо все смотрела. У нас здесь что? Лоток для карт. Поговорить с Кенни. Открыть дверь кабины. Панель. А что тут? Я понятия не имею, что с этим делать. Ну, понятное дело, мы еще не разобрались. Так, ладно. Панель, панель. Так, тут мы выходим к зомби. Ну, давай карандашиком. Отлично. Ты можешь это прочесть? Да, нужно следовать указаниям, чтобы включить двигатель. Вот и отлично. Классно. Это все замечательно. Мы это обязательно сделаем. Но мне нужно с ржавчиной сначала. Эй, Кен, как дела? Ладно. С инструкциями я бы смог разобраться. Я думаю, даже смог бы завести его. Я не знаю, это сложно. Я также не знаю, что там с горючим. Мы найдем решение. Ты смотрел в моторном отсеке? Да, смотрел. Я про другое. А что ты про ржавчину-то не спросил? Сейчас, знаете, что я хочу посмотреть, как... Так, я запомнила, там зомби. Он меня же не будет второй раз пугать? А, он все еще там. Так, я просто думаю, как обойти. А, я не обойду, да? Ага, обойду. Это там, где груды металлолома, да? Он надежно пристегнут. Ну, рукой-то может дотянуться. Ни за что, все правильно. Okay. Спокойно. Тебе это не понравится. Да чё, куда? Кого? А? О, вот так надо было, да? Ну вот теперь можно взять. Так, отлично. Мы добыли еду. Больше тут ничего не взять, да? Так, хорошо. Осталось разобраться с ржавчиной. Так, бампер мы тут осмотрели. А, кстати, это мы с этой... Ну да. А, ты сюда пошел? Серьезно? Я хотела с другой стороны зайти. Ладно. Так, ребятки, предлагаю паузу минутную.
Сейчас тогда пополню свой стакан каким-то напитком, например, кофе. И вернусь к вам, и попробуем завести эту штуковину, и посмотрим, куда мы уедем. Так что никуда не переключайтесь. Привет, борода. Я скоро вернусь. Не расходитесь. Спасибо.
Так, я тут. Паша, вижу. Ну, виси фоном без проблем. Это тоже имеет место быть. Так, надо с ржавчиной разобраться. Я, значит, подкрепилась. А чё, лоток для карт мы взяли, и чё он сказал? А, ничего, о поезде. Да, фотки мы посмотрели, с Кенни поговорили. Нужно, во-первых, пойти покормить кого-нибудь, раз у нас есть печенюшки. И осмотреть ещё, где стример? Стример пропал, верните стримера. Не, Магнат, я просто не хочу, чтобы в этой игре... Вебка мешала, тут она вот абсолютно не нужна. Тут смотрите, как сериал. Все тут, Ваня, это хорошо. Так, что у нас? Наши, значит, ключи, да? Которые, короче, ни один из них ни, пока не помог. Может, надо еще попробовать? Ну, я не знаю. Так, ну тут больше... Мы все перепробовали. Тут ничего нет. Ладно. Дальше. Сейчас мы еще раз все... А, подождите. А тут все эти двери уже не открываются. А здесь у нас что? Моторный отсек. Первая дверка. Там кнопочка только была. Ну, а Сержио тоже тут. Так, ну... О! Переключатель. Налево. А, ну это я поняла. Но это когда мы... Налево-направо. Блин, мы все равно не поедем, пока надо отцепить. Я могу, конечно, сделать вот так. Налево. Не похоже, что двигатель завелся. Да я и не хочу его заводить. А может, надо завести, ржавчина тогда сама отвалится. Но если я сейчас не найду ничего, тогда, в принципе, да, мы заведем его, а там дальше... Ну, кстати, да, может быть, так и есть. Точно, слушайте, а поезд же, он дернется, и, возможно, ржавчина отвалится, и мы тогда сможем... Так, ну давайте пойдем все равно кого-нибудь покормим. Вот, и мы тогда сможем, в общем, открутить, отсоединить этот вагон. Да, я думаю, это вариант. Так, где у нас кто? Вот, все наши сидят. Угу. Вот, им предложим покушать. Вот, я нашел это, если Дак хочет. Спасибо, это очень мило с твоей стороны. Он не был привередливым, ты знал? Что? Многие дети, они привередливые в еде, они любят овощи и все в этом роде. Только не Дак. Нет, самая большая проблема, с которой он сталкивался, как научиться пользоваться вилкой. Спасибо, да, конечно. Ну, пойдемте заводить поезд. Сейчас посмотрим, как это работает. Я вот в поездах не шарю. Будем учиться. А, так, давайте... Блин, на инструкцию не посмотреть, да, сразу так. Так, ну и где тут вот инструкция? Давай смотреть инструкцию. Так, сначала... Шесть... Что там вниз-вниз? Пробел, вверх-вниз, вверх. Окей. Так, 6. Вниз. Так. Ага. Пробел вот это вот сюда. Вот это вот сюда. И вот это вот сюда. По-моему, так. Ну да, вниз-вниз, вверх-вверх. Вверх-вниз-вверх. Вверх-вниз-вверх. А, значит, наоборот. Вверх-вниз-вверх последнее, да? Окей. Значит, вниз-вниз, вверх-вверх. Тогда вот это наоборот. Вверх, вниз и вверх. Вот так вот. Рима, надо было спросить про поезда. Да, я тоже об этом подумала, Медюс. Блин, ты сделал что-то, из-за чего загорелись огоньки. Пока все в порядке. Так, отлично. С этим разобрались. Дальше. Так, пятый.
Ага. Горизонтально, вертикально. Окей. Пятый. Давай. Пятый. Так. Горизонтально. А это вертикально. Now we're talking. Вот, это другой разговор. Так, дальше. Девятый налево и девятый направо. Что бы это ни значило. Так, а девятый это, походу, там. Вот как раз в том отсеке, да? Ну, пойдемте, попробуем. Так, сначала налево. Отлично. Теперь направо. Holy shit! Вот, черт, у нас получилось. Yeah, we are. Да, Golden. Получилось. Просто потрясный мужик. Давай, блин, просто насладимся этим. Mom, давай посмотрим, поедет ли он. It's all yours. Чем? That's the throne. Вот дроссель. Так. О, вот ржавчина Damn. Должна была это. Черт. Вот, конечно, мы же еще сцеплены. Можешь найти место, где мы сцеплены, и отцепить нас? Да. Так, отлично. Как я и говорила, ржавчина вся свалилась, рассыпалась. И теперь опять варианты с ключами. Ну, попробуем тогда костыльный. Слушайте, ну раз вы говорите, что... Ну, давайте, ладно, попробуем костыльный. Раз им выдергивают... Может помочь. Отлично. Вот так. Эй, Кенни, мы отцепились. Ты трогал мои вещи? Неожиданно. Я взял карту маршрута поезда. Нормально, можешь забрать себе, правда? Да, она у меня здесь. Хотя вещи у меня изношены. Меня зовут Чак. Чарльз, если тебе будет угодно. Ли. Это твоя группа там расселась? Да. А парень в кабине? Он тоже с нами. Я видел, как ты шел тут и подумывал напугать тебя до усрачки. Че? Но я не смог заставить себя сделать это. Ты меня до сих пор пугаешь. А чего еще ожидать от парня, который живет в поезде? Я уже успел познакомиться с остальными, они встретили меня очень радушно. Ты встретил Чака? Да. Встретить кого-нибудь нормального для разнообразия не так уж и плохо. Он дал нам конфету, Бену тоже. Добро пожаловать. Спасибо тебе. Ты уже познакомился с Кенни? Конечно же. Человек разделяет мою страсть дороги. Это да. Мне ужасно жаль, что ваш сын чувствует себя плохо. Я ценю твою заботу. Ну, немного заботы, я уверен, что он мигом поправится. Я могу предложить вам все, что у меня есть, хотя и есть у меня немного. Спасибо. Это взаимно. Может, не будем останься с нами? Нам бы не помешала компания.
Блин, что ж, надо поговорить, наверное, насчет Дака. Как бы не хотелось этого делать. Да, пойдемте поговорим. So that's it? Это все, мы отцеплены? Похоже на то. Отлично. У нас осталось мало припасов, так что берите все, что есть. Пошли. Хочешь прокатиться? Ну, похоже, что ты забираешь мой дом. Сеть, что это за да. Не находил лучшего укрытия от этих ползучих жмуриков, чем этот вагон. Дак болен. Залазь в поезд, Клементина. Ему становится хуже. Дай мне взглянуть на него. О, он обращается. Мы не можем это игнорировать. Посмотри на ребенка, Кенни. Процесс уже начался. Да нифига подобного. Если и так, мы что-то можем сделать? Мы поедем на поезде, найдем что-нибудь получше. Таков план. Думаю, Ли просто хочет все обсудить. Все обговорено. Залазь, Кэт. Я буду в кабине, я не хочу слышать этот бред, пока не доберемся до города. Забавный дядя, такой приметный, что только ГГ не видел его. Шутки тут шутят. Да, не говори, я тоже не ожидала. Блин, но он же обратится. И может там всех съесть. С другой стороны, не оставлять же ребенка. Пока он еще не обратился. Блин, сейчас что-то будет, я чувствую прям. Тяжело тебе, наверное, да? Трое взрослых заботятся о трех детишках, только без обид, сынок. Нас было больше. Мертвецы схватили их? Нет. А, живые добрались до них. Ли, ты нужен мне прямо сейчас. Мне нужно, чтобы ты позвал Кена. Что такое? Можешь вытереть ему лицо? У меня заняты руки. Так, но мне надо... А где? Что тут? Я ничего не могу сделать. А, могу. Спасибо. Вытри кровь с его лица, пожалуйста. Ему недолго осталось. Мы должны остановить поезд. Хорошо. Прошу. Так, куда идти-то? Где я выйти-то не хочу? А, вот сюда. Сейчас, подождите. Надо все-таки, значит, вот здесь. Тебе нужно остановить поезд. Кенни. Что? Кен? Это что еще такое? Он становится ходячим. Он поправится. Мы доберемся до побережья. Может, встретим людей, которые нашли решение этой проблемы.
Мне жаль. Я не должен сейчас так говорить. Иди назад и скажи моей жене, что все будет нормально. Да в чем дело? Он слегка болен, но нельзя же просто так сдаваться. Это просто царапина, а не такой, как другие. Боже, вы делаете только хуже. Ты все отрицаешь, а ты сдаешься. И с Даком, и со всеми. Останови его, черт возьми. Да отвали ты. Ты выслушаешь. Или что? Успокойся. Да как вообще можно успокоиться после такого-то дня? Поговорив с другом. Ты не мог спасти сына Хершела тогда. Ты не можешь спасти Дака сейчас. Да заткнись. Так ты убегаешь, как трус. Ой. Ай. Просто оставь меня, блин, одного. Ты мне не нужен. И Даку не нужен. Я сказал Кате, что заставлю тебя остановить поезд, и будь уверен, я это сделаю. Да блин. У тебя не было ребенка. Ты не знаешь, каково это. Ты ублюдок. Ты не помогаешь моей семье. Ты не помогаешь Клементине. Ты никому не помогаешь. Да сколько ж можно. Мне пофиг, что мы не ладим. Я не позволю тебе так поступить с Кэта Даком. Только не убивай его. Ты хочешь навредить людям, потому что ты боишься? Потерять Дака для тебя ничего не значит, потому что ты потеряешь все, если продолжишь в том же духе. О, нет, я не буду тебя убивать. Нет. Да нет, ты не говори, что ты его убил. Нет! Фу, прости. Фу. Самое так, и что может случиться, мать с ребенком выпрыгнут на ходу. Мол, дабы не бросать и всех обезопасить. Принять решение так сказать. Не, ну они не выпрыгнут. Все нормально сейчас будет. Все, мы его привели в чувство. Все. Это трудно, но они должны это сделать. Просто иначе он и без жены останется. Кен, я думаю, что пора. Мальчика укусили, если ты еще не догадался. Мы дадим вам время. А времени больше нет. Что мы будем делать? Мы не можем позволить его стать одним из этих чудовищ. Но что если он не превратится в Кенни? Я очень тебя люблю. Я люблю нашего сына больше жизни. Мне нужно, чтобы ты меня услышал. Твое предположение о том, что он не превратится в глупость. Но нет. Но... Да ладно, Кэт, если что-нибудь придумаешь, скажи. Ну, может, есть какая-нибудь таблетка, которую мы могли бы дать ему. Прекрати, и она излечит болезнь, да, милая? В смысле, Господи, это же наш сын. Я знаю. Мы же знаем, что это здесь. И только. Ну, блин. Просто кто это сделает? Ты хочешь, чтобы это сделал я? Нет, я это сделаю. Нет, это должен быть родитель. Родители не должны делать такое. Или прав, Кэт. Мы должны попрощаться и сделать то, что должны. Я не знаю. Ли, ты оказываешь нашей семье большую услугу. Давай отнесем его в лес, чтобы Клементина этого не видела. Да. Дашь нам минутку, чтобы попрощаться? Да, конечно. Да, как бы не тяжело, но пусть лучше это сделает...
Сделаю я, потому что им вообще жестко. Ну да, Медиус, нормально, конечно, не будет, но они останутся вдвоем, а так он мог и жену потерять, и вообще остаться бы один, тогда вообще кукуха съехала бы. Хотя и сейчас может съехать. Что происходит? Я забочусь о Деке. Я думала, он умрет. Я собираюсь убедиться, что он в порядке. Но как? Он же укушен. Я собираюсь убедиться, что он не вернется. Слушай, Клем, все... Нет! Бен, отведи Клементину в поезд. Идите, все будет хорошо. Блин, может, она жена, наверное, себя вместе с ним. Привет, Лёша, настрой, спасибо за ману. Да, я же сказала. А был один выстрел. Она просто себя... Катя! Да, она не смогла сына, да. Блин. Зачем, Кэт? Господи, мать его, блин. Господи. Я... Что нам делать? Дай мне пистолет, Кен. Я сделаю это. Блин, ну надеюсь, они этого не покажут. Блин, серьезно? Я прям сделать должна? Бля, простите, ребят. А, спасибо. Фу. Спасибо, что не показали. Их останется не больше, чем придумал сценарист. Медиус. Да, магнат Макарон, Сержа. Грустно, я согласна. Ну, блин. Но мы помогли другу. Друзья нужны, чтобы иногда принимать тяжелые решения. По крайней мере, мы не позволили сделать это ему. Очень грустный момент, конечно, жесть вообще. Сейчас еще какая-нибудь фигня будет, вот 100%. Да, Эдвин, у меня то же самое. Хочешь поговорить? Не-а. Ты понимаешь, что произошло? Да. Хорошо. О чем ты думаешь? О том, что сказал Чак? А что сказал Чак? Что со мной произойдет то же, что и с Даком? Что? Да какого фига? Не ругайся. Извини. Сейчас я вправлю ему мозги. Не сердись. Эй! Здорово. Как оно? Не знаю, какие у тебя были причины на это, но ты не имеешь права подходить к моей девочке и говорить, что она умрет. Потому что это случится.
Я мало что вас знаю, народ, но я точно могу тебе сказать, что если у вас все будет так же, как и сейчас, твоя девочка долго не протянет. А ты откуда знаешь? Я знаю, что у вас нет плана. Ну, доберемся мы до Саванны, а дальше что? Я придумаю что-нибудь. Ну, так придумывай, иначе нас всех очень быстро отправят на небеса. Слушай, сядь и побеседуй с девчонкой. Найди карту, в конце концов. Я бы дал тебе, будь она у меня. А если с тобой что-нибудь случится? Не случится. А если случится? Ты обязан подготовить девочку, научить ее обращаться с оружием. И ради всего святого, подстриги ты ее. Дать ей оружие? Ты издеваешься надо мной? А что, Клементина слишком маленькая, чтобы сама о себе позаботиться? Ты должен видеть в ней живого человека, только. Ты либо живой, либо труп. Возраст, пол, сила и ум — все это больше не имеет значения. Только жизнь. Глянь на ее волосы. Найдешь ножницы в моей сумке, позаботишься о прическе, прежде чем ходячий сделает это за тебя. А затем научишь ее стрелять, потому что нравится тебе это или нет, сейчас только так и можно спасти себе жизнь. Не мне тебе указывать, но уже и так слишком многие погибли. Да уж, а если я увижу, как умрет еще одна маленькая девочка, я просто не выдержу. Понял тебя. План, стрижка и оружие — хороший совет. Это хотя бы что-то. У тебя есть семья? Где-то там, где-нибудь. Ну, вроде как я один уже 14 лет, если мне память не изменяет. Жаль это слышать. Да, в этом нет ничего. Значит, ты бездомный? Может быть и так. Меня хватало домов то здесь, то там, но они попросту не подходили. Я люблю выпить. Понимаю. А у тебя есть выпивка? Нет. Вот черт. Куда направляешься? Да вот туда. Я имел в виду, когда мы приедем в Саванну. Есть мыслишки. Поговорим, когда приедем в город. Многое зависит от того, нужна ли вам компания. Будь осторожнее. Да как скажешь. Вчера ты спасал только баб, а сегодня пошла дальше мочить пацанов. Мы же ненавистница. Да неправда, магнат. Че ты все врешь? Я не только баб спасала. Все нормально. Надо. Привет. Привет. Неплохо бы добраться до воды. Здесь есть какие-нибудь карты? Я не знаю. Я просто хотел обсудить это с Клем, чтобы она знала, что делать, когда мы доберемся до Саванны. Так, надо еще покрыть. Да? Ты все еще хочешь уплыть на лодке? Это все еще лучший план. Кен, это лучший план. Ну, давайте про прошлое еще поговорим. Я хотела поговорить с тобой о том, что скрывал свое прошлое от вас всех. Да мне до фонаря. Блин, просто нужно ехать вперед. Окей, ну чё, стричь Клементину пойдем? О, надо с ним поговорить, а то с ним вообще никто не говорит. Привет, Бен. Эй. Привет. Нас не так много осталось. Да уж, ты, я и Кенни, Клементина, бездомный, если он не уйдет. Ты-то сам сможешь брать на себя необходимые обязанности? Я могу сделать столько, сколько же и вы. Хорошо, надеюсь на это. Карли не должна была погибнуть. Тогда вместо нее Лили пристрелила бы меня. Да, возможно. Увидимся. Блин, зря я, наверное, да, про эту... Про Карли опять. Прям метро исход начался. Да я вот не играла в метро и не читала. А что это такое? А, пятна крови?
Надеюсь, мы не задержимся в этом поезде. Так, о, бутылка виски. Забрать. А то этот напьется, блин. Там на дне есть виски. Так, матрас Чака. Где? Это вот его же рюкзак. Вроде они чистые. Так, ну тут матрас, больше ничего. Ну, давайте попробуем подстричься. Эй, Клем, ты поговорил с ним? Да, он объяснился и дал ценные советы. Послушай, мы не позволим, чтобы с тобой случилось что-то плохое, но есть меры предосторожности, которые нужно принять. Хорошо, да, это разумно. Не волнуйся, солнышко. Хорошо, что нам нужно сделать? Так, мы должны придумать план, чтобы знать, что делать, когда прибудем в Саванну. Научить тебя защищаться и подстричь тебя, чтобы ходячие не смогли схватить тебя за волосы. Хорошая идея. Здорово. Ты должна уметь защищаться. Например, прятаться или убегать? Поняла. Речь шла именно об этой штуке. Главное, не бойся пистолета. Это просто-напросто вещь. Возьми. Но знай, где ты все время держишь палец. Не нажимай на спуск, только если хочешь кого-то ранить. Хорошо. Хорошо. Видишь, он не страшный, но тяжелый. Ты станешь сильнее. Когда направляешь пистолет, смотри прямо на цель. Через прицел. Подыщи позицию для стрельбы. Мне что-нибудь еще следует знать? Когда будешь готова стрелять, убедись, что дышишь не слишком сильно, а потом полностью задерживаешь дыхание, когда жмешь на курок. Точно так же, когда я плаваю? Нет, только на секундочку. Я заметил, когда сам задерживаю дыхание, стреляю гораздо точнее. Трудно, но это помогает. У меня получится. Хорошо. Зря классные игры, сюжет хороший. Блин, серьезно, в поезде стрелять? Хорошо. Локти, ничего, не сгибай, хорошо? Давай ты сделаешь свой первый выстрел. Плавно жми на спуск, я прикрою твои ушки. Тихо и спокойно. Тихо и спокойно. Ай! Ты в порядке? Моим рукам больно, и мне это не нравится. Попробуй привыкнуть, ладно? А я должна? Да, должна. Так, что там? Я не знаю, как, левее или правее? Левее. Хорошо, целься немного левее. Блин, они думают, что я вижу. Хорошо, чуть выше. Блин. Ну. Не шевелись. Почти попало. Ближе. Теперь не шевелись. Да блин, так, ей нужно ниже и левее. Возьми чуть левее. Так, и ниже надо. Господи. Ниже. Так, теперь правее. Зараза. Немного правее. И вот тут не шевелиться. Не шевелись. Почти попало. Да. Кто молодец? Я молодец. У меня получилось. Отлично, хороший выстрел. Опять. Так, левее. Ну и вроде нормально. О! Молодец, nice. Здорово. Господи, сколько же там у него бутылок-то? А это будет до бесконечности? О! Понятно. У меня получилось. Да, ты справилась. Хорошая работа. Я задержала дыхание, и пистолет не так сильно дергался. Видишь, у тебя получилось. Но все-таки бутылочка не ходячая. Да, это далеко не так. Но теперь ты знаешь, как пользоваться пистолетом. Однажды мы научим тебя стрелять по ходячим. Ладно, хорошо себя чувствую. И не страшно, да? Не-а. Ну, Эдвин мне титул выписал.
Так, Клементину... О, давайте стричься, пора. Эй, Клем. Эй, Клем. Hi. Привет. Давно не виделись. So ну, наверное, тебе это не понравится. Oh, no. О, нет, что случилось? Nothing. Ничего, мы должны поговорить о твоей прическе. Из-за нее могут возникнуть проблемы. Nice. Нехорошо так говорить. What? Что? Хочешь сказать, что мои волосы плохо пахнут? Да нет. А ведь они и правда плохо пахнут. А помнишь, когда Энди Сент-Джон схватил тебя за волосы? Я тогда рассвирепел. Да. Это может случиться снова. Ну, а если это будет ходячий, тогда нам нужно подстричь волосы. Просто подстричь, ведь так? Мне нужно подстричь волосы достаточно коротко, чтобы за них нельзя было ухватиться. Ладно. Так, ну, давайте. Не против, если мы сейчас подстрижемся? Нет, не против. Выше голову. Стрижка — дело хорошее. А ничего, что в поезде? Главное, чтобы не остановился поезд. Резко. You know, ты знаешь, как стричь? Да, я уверен, что это несложно. Like я буду похож на мальчишку. Да брось ты. So значит, ты и до этого убивал? Yeah. Да. Ты мог бы просто сказать мне, я бы не стала бояться тебя или чего-нибудь еще. Прости. Но ты же убил много этих чудовищ, это уже и не важно. Убивать плохо, и не важно кого. Но ты же убиваешь, чтобы защищать себя и меня. Все равно убивать плохо. Но ты должен. Я делаю это, потому что так нужно, и ходячие уже не люди. Okay. Хорошо. Думаю, я закончил. Возможно, я смогу чем-нибудь завязать часть волос. Держи, у меня есть резиночки. Правда? Ну да, Лили дала их, чтобы мне было удобно спать. Вот, закончил. Глупо смотрится? Нет, мило выглядишь, и схватить тебя труднее. Как газон подстриг. Как мог. В поезде есть еще и тудым. Тудум-тудум, и рельсы не идеально ровные. Да, опасно-то с ножницами. Так, ну чё, давайте поболтаем, да, с Клементиной, нам больше делать нечего. Прости, что так обошёлся с прической, но всё же она безопасная. Моей маме это не понравится. Что думаешь о Чайке? Не знаю. Я тоже. Он вроде как хороший парень. Думаешь? Нам не стоит делать поспешных выводов, ему ведь тяжело пришлось. Нам нужно подготовиться, когда прибудем в Саванну. Было бы хорошо. Надеюсь, в городе безопасно. Боже, я тоже. Да не уверена. Так, что, вещи мы ищем, да? Матрас. А мы смотрели уже матрас. Он жил здесь некоторое время. Так, это смотрели. Тут, ну, пойдемте туда. Не, нормально, она хоть с хвостиками. Что, с Чаком? Ну, давайте поболтаем еще. А, с Беном. Hey. Привет. See you. Увидимся. Вот yeah. И поболтали. Ну, что я могу тебе сказать, Бен? Нас трое, спасибо за ману. Так, что у нас тут? Не надо нам ничего жмакать-джамкать. Лоток с картами. Кенни, не мог бы ты немного подвинуться? Да оставь меня наконец в покое. Здесь есть какие-нибудь карты? Я не знаю. Я просто хотел обсудить... А, это мы уже спрашивали. Ладно, его оставить в покое. Долго мы ехать-то так будем? Я, наверное, должна что-то сделать. Блин, ну тут, походу, еще сейчас предложат алкоголь этому отдать, но я не хочу отдавать ему алкоголь.
Не хочу я. Он же пьет. Зачем алкоголь? Ну, теперь девочка умеет стрелять. Должно быть неприятно. Возможно, она скоро привыкнет. Ой, ладно. Все, не... Я застрелил Дака, сам знаешь. Кто-то должен был это сделать. Какой кошмар. Истину глаголишь. Будь осторожней. Как скажешь. Слушайте, ну, возможно, пока я... Не дам ему алкоголь, ничего не остановится. Давайте. Нашел это у тебя, если ты еще хочешь. Нате. Думал, что она еще осталась. Что, где? Хочешь? Нет, обойдусь. Блин, я вот не хотел этого делать. Если кто-то еще захочет выпить, дай им знать. Ой, я, получу, Чаку отдала. Ладно. Ну, в смысле, Кенни. Блин, я путаю их. Хотя Эдвард был классным парикмахером. Который руки-ножницы? Так, надо ему... А, вот. Чак просил узнать, хочется ли тебе выпить. А у него есть выпивка? Да. Ой, как раз мы карты сейчас посмотрим. Да, это поможет. Отлично. Так, теперь пойдемте обсуждать с Клементиной. Спасибо. Блин, не могу, мне все время кажется, что сзади кто-то ходит. Это был я. Что? Я так и знала. Я отдавал наши припасы бандитам. Что? А, я так и знала. Это все моя вина. Зачем? Какого фига ты это делал? Они сказали, что у них мой друг, что он с ними. К тому времени, как я понял, что он не у них, было поздно. Они сказали, что убьют меня, всех нас. Простили. И ты все еще хочешь общаться со мной? Да, хочу. Мне очень жаль. Давай сейчас забудем об этом, ладно? Блин. Я думала, сейчас его ногой за борт. Не, так не надо, просто надо ему доказать, что нужно говорить правду. Ну, то есть он же никого не убил, ну, в общем... А, это поезд шумит, а мне все кажется, что сзади кто-то ходит. Эй, Клем, привет. Я хочу поговорить о саванне. Да, я тоже. И что нам следует сделать, когда приедем в город. Мы не знаем, чего ждать. В городе может быть опасно, а может там все под контролем. Но знаешь, ты и я, мы команда. В команде нужен план. Несмотря на всех остальных, когда поезд остановится, мы с тобой должны точно знать, что нам делать. План? Мне нравится. Здорово. Нам всем вместе нужно искать лодку, это наш лучший шанс. Хорошо, но ведь мы будем в саванне, а мои родители были там же. Я знаю. Слушай. Нет, меня не волнует безопасность, я просто хочу найти своих родителей. Хорошо, мы поищем их. Но... Да. Конечно, прости. Давай взглянем на карту. Если мы сумеем узнать, где они были, то можем начать с этого места. Хорошо, давай. Похоже, мы будем идти прямо через город, если кто нас не задержит по дороге. Нам стоит поискать лодку здесь, наверное. Ну что ж, теперь мы все знаем о юго-западе саванны. Теперь мы знаем на карте добрую часть саванны. А они всегда заезжали в одно и то же место, когда приезжали в город. Оно называется... не переживай, мы что-нибудь придумаем. Ты уже была в саванне? Однажды. Ну, подумай вот о чем. В городе много отелей. Посмотри на карту, может быть, ты что-то вспомнишь. У них давали очень вкусные десерты. Место называется... что-то на М. Мар...
Это оно? У Марша? Да, оно самое. Значит, пойдем туда. Да. Думаешь, у нас хороший план? Думаю, он просто отличный. Можно я поговорю с моими родителями? Ну, знаешь... Да, разговаривай. Ну ладно. Ты как вообще? Хорошо, даже лучше. Рада, что у нас есть план. И ты хороший стрелок. Спасибо. Думаю, нам стоит посмотреть, как там... О, черт, всем держаться! Ёшки-матрёшки. С криком «This is Sparta». Я же говорила, сейчас что-то будет. Ого! И еще раз. Ого! Блин! Может, мы пешком пойдем? Это трындец как глупо. Я просто предлагаю. Даже не знаю. Не знаю, всегда ли вы такие нервные, но вообще мы должны с этим справиться. У нас же есть чертов поезд. Эта штука наполнена не молоком, Чарльз. Там бензин или дизельное топливо, которое могут взорваться. Советую тебе держать себя в руках. Мы же команда. Фигня все это. Мы... Эй, будете потом продолжать так орать? Или вам... Чё? Парни, от вас стоит ждать проблем, потому что мы можем просто пройти мимо. Нет, мы дружелюбные. Отпусти руку, Кен. Так все говорят. Мы знаем. Давай не будем к ним приставать. Посмотрим. Какие-то проблемы с вашим поездом? Да, ты стоишь прямо перед ними. Чувак, здесь была авария, но отсюда выглядит не очень серьезно. Отправь своего приятеля. Если там что-то пойдет не так, то мы не дадим ему идти. Так, чё, куда? Ну, иду. Не дай бог вы окажетесь убийцами или ворами. Ну так поднимись и узнай. Группа парней — это то, что нам нужно. Это тебе кажется, что они нам нужны. Мы и так неплохо справляемся. Это сейчас, а потом... Эй, чувак, я Умит. Ли, а я Криста. Что за дела с поездом? Мы на нем едем. О, блин. Слушайте, вы хотите нам помочь? Нам бы пригодились лишние руки. Да, нам очень нужна помощь. Что там? О, черт. Черт возьми, да с вами же ребенок. Ты что тут делаешь? Знаете, как давно я не видел детей? Офигеть, тебя как звать? Клементина. О, а ему, значит, можно ругаться. Что ж, это круто. Видишь, все налаживается. Ты не отец, он внизу. Это так очевидно. Для меня. И нет, там его нет. Хм, а у тебя какая история? Я случайно нашел Клементину в первый же день этого ужаса. Фактически я был заключенным. Чума, у тебя есть тюремные наколки? До этого дела не дошло. А те, которые там, они в порядке? Кенни потерял жену и ребенка. О, как давно? Который час? Я не знаю, 4? Где-то часа 2 назад. О, Господи. Мы очень сожалеем обо всем, что с вами произошло, но этот поезд классный. Эта цистерна — большая проблема. Мы поможем вам с ней, но если нам что-то не понравится, мы уйдем. Одни. Будем благодарны за помощь. Думаю, просто протаранить ее не получится. Если бы вы смогли опустить ее, дальше уже не будет ничего сложного. Ну, за дело. Мы пойдем расположимся там и посмотрим, чем можем помочь. Давай, Сержио, спокойной ночи. Пусть у тебя будут сны без зомбиков и всяких убийств. Так, ну давайте не будем, да, мы пока с ними разговаривать. Что, нам надо
Сцеп. Эта штука вывернута с корнями. Ни зацепа, ничего нет. Так, ну мы ж надо должны посмотреть. Да? Я не могу ничего отцепить, просто потянув вниз. Я понял. Надо что-то сделать. Было бы странно, если бы надо было просто так это все дело отпустить. Так, тут ничего. Какие бы работы правительства здесь не проводили, похоже, что... Короче, они уже никогда не закончатся. Так. У меня есть ключ. Костыльный. Костыльный ключ, кстати. It's empty. Пусто. Так. А, все, сюда не пускают, да? Так, ну у меня, да, ключ, но, а что он сказал? No way не могу ничего цепить, просто потянув вниз. Может быть, какой-нибудь из наших ключей нам поможет? Ладно, пойду, давайте поболтаем с ними. Мне сама рассказывать им наш план или как? А, надо план рассказать. Ну, пойдемте, расскажем план. Guys, this is old Ребята, это Амита Криста. Не очень-то радушный прием. Как я уже сказал, хорошие люди нам пригодятся. Мы просто хотели поздороваться и сказать, что вас... Но мы пришли не за тем, чтобы просить милости. Мы можем помочь вам? Возможно. Привет еще раз. План такой, срезать эту цистерну и отправляться дальше. Похоже на хороший план, как по мне. Хотите начать с верхушки? Я поболтаю с девочкой немного, если ты не против. Думаю, мне стоит показать тебе, как эта штука работает, на всякий случай. Кен, ты серьезно? Вероятно, это будет хорошая идея. И не забудьте осмотреть тот вокзал. Отличная идея, за дело. Так, ха. Короче, нужно что? В общем, нам надо сначала осмотреть вокзал. Чак тут нам приятно играет. А, я не могу, да, туда идти? Подождите, а где вокзал? Так, цистерна. А, вон вокзал. Я пошла смотреть вокзал. А, ну я, наверное, не одна пойду. Надо, короче, с ними поболтать. Ты допрашиваешь эту женщину для нас? Да. И как? Пока она нормальная? Пока, да. Она делает это очень тщательно. Приятно это слышать. Так, а что мы должны срезать цистерну, да? Можно я пойду с тобой? Like тебе не нравится новенькая? But нравится, но like ведь мы же команда, like как ты сказал. Yeah. Да, отлично, пойдем. Мы с Клементиной проверим station, тот же железнодорожный вокзал, ладно? Свистните, если услышите что-нибудь. Ох, зря ты ее взял. Блин, там написано, что выжившие внутри. Блин, я все буду осматривать? Не, ну я могу, наверное, не осматривать. Так, подожди, а где? Чё тут? Ничего больше нет? А. Кто-то занимался рисованием. Да, это я уже поняла. Где Клем? А, вон она стоит. Так, это мы отсюда пришли? Непонятно. Нет, мы оттуда пришли. Не входить, нарушители будут наказаны. Хм.
Ты должна ждать меня, прежде чем открывать двери. Извини. К счастью, она заперта. Но мы вместе придумаем, как ее открыть. У меня есть костыльный ключ. Надо самому сначала попробовать. А если так? Не поддается. Ага, ключик не вариант, да? Так, ну давай обойдем тут. О! Сверху приоткрыто окно. Может, я смогу пролезть? Угу, это небезопасно. Подожди, давай еще оглядимся. Вдруг там эти... О, погрузчик. Похоже, эта штука не работает уже давно. А жаль. Так. Ага, туда не пройти, сюда не пройти. Блин, ну я боюсь Клементину туда в окно спускать. Так, ну давай обойдем с другой стороны. Я не знаю, можно ли. Так, тут что? А тут ничего, да? Да, сюда нам нельзя. Я понял. Ну, тогда один выход, получается, надо Клементину в окно. Отсылки к ферме, я про погрузчик. Ну, да! Вряд ли. Они, конечно, на это намекали. Так, а чё? Подсадить. Не, я боюсь. А, ну можно... найдем способ попасть внутрь. Не, я могу, конечно, её подсадить, чтобы она посмотрела. Давай я подсажу тебя на плечи, а ты заглянешь в то окно. Хорошая идея. Ну да, надо просто только... просто посмотреть, что там такое. Okay. Так, я вижу, что внутри. Что мне делать? Что ты видишь? Куча ящиков и все такое. Может, сможем найти ключ или вскрыть дверной замок. Мы с Кенни сможем открыть замок, и это должно сработать, ведь у нас есть... Думаю, я открыла ее. Правда? Ну, думаю, да. Будь я проклят. Тебе не стоит забегать в незнакомые двери, это небезопасно. О, тут приоткрытое окно, давайте я подсажу. Так он же сказал посмотреть, а не заходить, ты понимаешь? Это разница. Let's go. Идем, be будь careful. Осторожен. Это я должен тебе такое говорить? Черт, здесь темно. Может, мне поддержать дверь? Мне это не нравится. Может, я смогу подпереть дверь чем-нибудь? У тебя ключ есть. Пригодился. Так, ну идем. Что тут есть? Так, сейчас мы тут все вот... Ага, а здесь ничего, да? Здесь ничего. Костыльный ключ, открыть двери. Отправка и получение. А, это почта. Здесь должно быть хоть что-то полезное. Ну да, что-то должно быть. Так. Она крепко заперта, но наверху есть свободное пространство. Нам повезло, что я такая маленькая. Да, повезло. Она хорошо заперта. Да, я уж поняла. Ну чё? Клементина, ну давай тебя подсадим. Сможешь залезть на эту решетку? Yeah, да, конечно. Иди возьми ключ, Клем. Ну же, иди. Блин, что-то зря. Нет, не надо. Сзади! Блин! Ой-ой-ой! О, сейчас она будет стрелять, я вангую. Ай, нет!
Серьезно? Надо было за гаечным ключом наклоняться. Блин. Дубль 2. Давай, давай, иди. Behind you. Так, давай к ключу, сразу к ключу, я думаю. Да блин, не то я хотела. Да я не то нажать. Да, в твою дивизию. Блин, он так трясется, я хотела нажать, чтобы за ключом наклониться, а он автоматически этого говнюка бьет. И я, по-моему, двигаться не могу. Так, ну давайте, потерпите. У нас с третьего же раза обычно все получается. Надеюсь, это такой же случай. А, может быть, ну сейчас попробую там подвигаться. Давай, 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 я вот, вот, да, во, все, вот, вот это я хотела сделать. Я думала, она будет стрелять. А, ну, пыталась. Я этот момент с геймпадом раза шестого прошел. Все хорошо, все хорошо, все нормально. О, видишь, Макарон, я, значит, еще не так плоха. Правда, ты с геймпадом. Все-таки придется стрелять. Давай. Ключи, живо! Да, блин. Да... Да открывай ты, господи. Настрой, спасибо за ману. Твою дивизию. Все прошло не очень-то хорошо. Да уж, все прошло очень даже плохо, но мы в порядке, все нормально. Что происходит? Мне показалось, что я слышала выстрелы. Мы в порядке. Мы наткнулись на ходячих. И ты с 8-летней девочкой справился с 3 ходячими, да? Ля, как она встала. Это было глупо. Думаешь? А что мне еще сказать? Я пытался научить ее защищаться. Мы привыкаем к работе в команде. Я пойду посмотрю, доставили ли шум нам проблем. Хорошая идея. Блин, чё она... Надеюсь, ты знаешь, что с ней делаешь. Мы все еще живы, не так ли? Ну да. Чё она в мамочку играет? Пришла тут и это... Короче, указывает еще. Так, ладно. Надо с ней поговорить, пока там. Ты точно в порядке? Да, правда, руки немного трясутся. Это пройдет. Так, чё там? Паяльная лампа. О. Она у нас. Пойдем отсюда. Чему мы научились, что я еще не готова стрелять. Нет, Клим, мы научились, что, что бы мы ни делали, это опасно. Мы станем лучше, умнее и быстрее, верно? Окей. Хорошо. А чё, я же... А, серьезно, я его куда, в карман положила? Паяльную лампу. Ничего полезного нет. А там уже Кенни дожаривают, сволочи. Да нет, Медиус, эти не такие подозрительные. А, туда не пройти, да? Тех-то было сразу понятно, что они что-то скрывают. Эти вроде норм. Так, ну идем. Так, тут ничего-ничего. Пойдем мы резать эту канистру. Что там?
Я нашел паяльную лампу на вокзале. С ее помощью можно будет зацепить цистерну. Отлично, я пойду с тобой погляжу. Они опять убили. Так, ну пойдем тоже. Похоже, ребята пытались выбраться на этом фургоне. Вижу изоленту. А или что это? Это единственная полезная вещь здесь. Пусто. Так я и думал. Ну ладно, уже хоть что-то. Так. А, ну давай паяльной лампой. Изучаем инструменты. Я думаю, что эта мамочка захочет оставить себе ребенка. Да фиг ей, Ваня. Это наша Клементина, мы за ней ухаживаем. В чем дело? Шланг протекает. Вырубай, чувак, я не хочу, чтобы у меня брови подгорели. Спасибо, Эдвин. Надо чем-то... Чё, лента у нас есть. Изолента наша, все. Спасибо, Эдвин, за ману. Вот что я хотел сказать. Надеюсь, продержится. Офигенно, смотри, как режет. Почти готово. О-о-о-о-о! О, спасибо. Без проблем, чувак. Эта штука держится на волоске, небольшой порез, она обрушится. Блин, было почти уже готово. Да, так, ну, давай. Не могу теперь дотянуться. А там можно снизу, наверное, да? Сейчас посмотрим, что тут еще есть. А ничего тут нет. Все у них не как у людей. Изолента должна быть синей. Не говори, макарон. Так, пойдемте вниз. Спустимся, может, снизу подтянуть просто. Меня придавить может. Наверное... Может получиться офигенный огненный шар, если мы попытаемся проехать через нее. Ага. Так, а что же сделать тогда? Сейчас там осталось чуть-чуть. Так, ну давайте с этими поговорим, может они что-нибудь знают, что делать. Какое сегодня оружие вора? Конечно, искусство актера. Внешне ты как ангел чистый, внутри рецидивист. Да. Так. Ну, давай с ним поболтаем. А чё? Дать паяльную лампу? Да на. Держи, я не смогу дотянуться до нужной точки сцепа. А я по-твоему смогу? Нет, но ты свесишься с края, и я буду тебя держать. Чёрта с два! Боже, ты настоящий идиот. Да заткнись и начинай резать. О, я слышу орду. Ребятушки, быстрее. Ребята, что-то приближается. Что за фигня? Там их должно быть тысячи. Нам нужно уходить. Амит, режь. Да режу. Готово, вытаскивай меня. Кенни, поехали! Блин, что же нам теперь делать? Чё? Прыгать! А чё? Я не могу двигаться. А, вот, могу. Надо прыгать. Что? Ну уж нет. Ребята!
Прыгай. Нет. Прыгай, блин. Ни за что. Отлично. Блин, надо его толкнуть. Он же меня спас. Давай, давай, давай. Фу. Блин. Их нельзя оставлять. Они нам помогли. Ладно, очень интересно. Спокойной ночи. Давай настрой. Я думаю, что этот эпизод уже к концу подходит. Я думаю, мы сейчас уже закончим. Спасибо, что был. Спокойной ночи. Так, руку, руку, руку. Нет, нет, не меня. Блин. Ты, она же женщина, разве тебе неизвестно? Блин, а... Фу. Все хорошо, милый. Я в порядке. О, я испугалась, что сделала неправильный выбор. Их было офигеть, как много. Вы ранены? Нет, мы в порядке. Говори за себя, у меня нога повреждена. Мы в порядке, Клементина, мы в порядке. Ну, назад уже дороги нет. Да, по идее, должны добраться до города и все. Мы и так за третий эпизод столько всего пережили. Следующая остановка — Атлантический океан. Надо найти лодку. Мы просто обязаны. Найдем. Ты будешь в порядке. Ну, жить буду. По крайней мере, пока течет кровь по жилам. Оставлю тебя с твоими мыслями. Конечно, неправильный выбор. Никогда не видел, чтобы она так хорошо спала. Оу. Сейчас, магнат, я тебе отвечу. Привет. Чуза, не могу дождаться, когда ты приедешь в саванну, Клементина. Твой родитель вместе со мной. Обязательно найди меня, неважно, хочет ли этого или нет. Теперь, ну... Вот, блин. Я думал, что эта хрень сломана. Я тоже. Что ж, похоже, кто-то знает, куда мы едем. Да кто это может быть? Я не знаю. И вряд ли мы обрадуемся этой встрече. Блин, голос у него какой-то. Я чувствую, что там какой-то говнюк. Конечно, неправильный выбор. Всегда женщин спасай. Да дело не в этом. Да, все, отлично. Мы прошли эпизод. Настрой немножко не дождался. Мы почти у реки. Ты хочешь уплыть на лодке или хочешь ждать, пока ходячие придут? Нам нужно сконцентрироваться на поиске лодки, Клем. Как мы и говорили об этом в поезде. Я не знаю, как долго он продержится. Если с ногой станет еще хуже, нам придется нести его. Или оставить. На твоем месте я бы покинул улицу. Сейчас же. Кто это, черт возьми? Отвечай мне. Итак, когда ты хотела рассказать нам про рацию? Кто с тобой разговаривал? Вернись сюда. Я убью тебя, слышишь? Я убью тебя. На следующем стриме. Эпизод 4. Так, давайте посмотрим статистику и потом подведу итоги. Значит, вы убили девушку на улице. О, меньшинство так делает. То есть многие оставляют ее дожирать, чтобы отвлечься. Но мы так не поступили. Вы бросили Лили. А, я и 42% бросили Лили. Подождите.
А, ну да, конечно, мы ее оставили. Тоже меньшинство, слушайте. Ну нифига себе, она застрелила, блин, Карли. Вы дрались с Кенни? Так, ну тут 50 на 50, грубо говоря. Пристрелили Дака. Да, тут большинство также делает. И мы помогли Амиду. Ага, тоже 50 на 50. Вот, по поводу... Я просто не видела там другого выхода. Там, возможно, был выбор либо Амиду, либо девушке помочь. Но, во-первых, я, видишь, я не выбираю по мальчику или девочку, магнат. Я выбираю по тому принципу, что она была здорова, а у этого с ногой беда. Поэтому ему точно нужна была помощь. Вот как. Вот. Как же поджечь бензин, который с цистерны вылился? Да, я, кстати, тоже думала, магнат, что будет что-нибудь такое, что они там чиркнут. Спасибо, Эдвин, за ночную цветульку. Вот, что они там какую-нибудь спичку бросят, как это в фильме бывает, и все там загорится. Слушайте, ну что, нам осталось, в принципе, последний эпизод, четвертый, он, по-моему, последний, и там дальше еще есть, ну, вот такое небольшое продолжение, то есть, грубо говоря, два эпизода. Вот, мы их будем проходить на следующих стримах, надеюсь, что завтра. Вот, а пока буду с вами прощаться. Спасибо, что высидели со мной, досмотрели, все, кто выдержал, мое вам почтение. Спасибо за то, что писали, со мной переживали, поддерживали. Вам отдельное почтение и за эликсир, за донатики, за ману. За все спасибо. Все, ребят, надеюсь, до завтра. Всем спокойной ночи. Пусть вам снятся только приятные сны. Пока-пока.